Итак, сначала идут, в принципе, порядок не так важен, но как в памяти отложилось, идут округа западный, северо-западный и юго-западный. Дальше идет территориальное удаление от центра. Дальше снова идут округа. Дальше идет третье образование, первое семейное положение. Третье образование и первое семейное положение. Дальше идут должности вторая и первая. Порядок опять же не важен, но вторая и первая. Опять же второе образование, четвертое материальное положение. Наконец, должности 3-4. Можно в данном случае оставить метод Enter, можно опять же вернуться к вальду, поскольку это уже отобранная модель, то здесь результат должен быть тот же. И Probability с Group Membership запрашиваем. Запускаем полученную модель, получаем, собственно говоря, тот же результат. Сможем посмотреть на таблицу классификации. Очень мало ошибок в процентах. Но правда, вариант Not Selected предсказывается хуже, ну, поскольку эта категория, соответственно, у нас в 2,5 раза реже встречается в выборке, чем категория Selected. Соответственно, она и хуже предсказывается. В один степ выполнился backward, wild, что неудивительно, поскольку мы уже заранее знали, что модель будет именно такая. Нас больше всего интересует, каким же образом респондент номер 1104.